Всем привет! С вами Світен и... Я Влада. Фу, я думала, ты по-людски представишься. Як? Варя Петрова. Расскажи, ну, хорошо, ты тогда представляйся, МС Пятка. Всем привет, с вами МС Пятка и Варя Петрова. Короче, ребята, у нас сегодня такой нулевой день празднования нашего Дня Дружбы. Мы решили для вас поснимать, как мы его будем сегодня с Владой праздновать. Ну, как бы, вы немножко не успели на тот момент, когда Влада открывала свой подарок. Там уже ничего не мое, там остались только фотографии. Но, ребята... Сейчас высветится картинка с моим подарком. Вот, раз. Раз. Магия. Ну, мы вас не оставим, конечно же, без того, как Влада выглядит с этим подарком, что я подарила. А эти остальные подарки вы все можете увидеть вот тут. Тут будет тоже высветиться. Презентики. Да, это мой аккаунт, где я делаю сплошная реклама. Боже, сплошная реклама. Капец. Ну, ты хоть понравилась, расскажи, малышка. Очень понравилась. Да, сейчас прям, мы... Капец, сладкий трындец. Да, сейчас мы посмотрим, что Влада мне подарит, меркантильная Аня. Да ладно, что мы сегодня будем фоткаться и весь день жрать. Проведем вместе. И жрать. Тухезер, да, Влада? Да. Самый лучший день, это когда Давай есть... Сердечко. Давай сердечко. Да. Главное, что для меня самое главное в подарках, это чтобы было что-то вкусное и чтобы были фотки. Вот так. А еще сегодня Влада мне замотала шарф. Не знаю, что по капюшону. Чё, капюшон? Чё ты постоянно поверх капюшона завязываешь? Надо не под знаю, капюшон. Мне нравится капюшон. Надо под капюшоном. Всё, сейчас мы будем переместимся в тот момент, когда я увижу свой подарок. Ну что, можно уже open and smile? Класс. 30 предсказаний для поднятия настроения. Да ты, блин, ты меня это, ладно. Всё, я готова. Смайл. Раз, два, три. Ой, класс. Ух ты, вау, смотрите, какое оно классненькое. И тоже распечатанное, вау, класс. Я прочитаю его потом, это такое личное, не публичное. Это я тоже потом распакую. Все. Спасибо за внимание. Я выгляжу, конечно, сейчас, мягко говоря, красиво, очень сильно. Мы, короче, бачите, мы такие одинаковые, с одинаковыми бордовыми губами. А это что значит? Значит, что мы фоткались. Да. Какой у нас тут сегодня туман? Это капец. Может, его не видно? Не, видно, он видно. Капец. Ладочка, что ты там, малышка? Є фотки нові чи нема? Є. Куди ми йдемо їсти? Ну, давай, що? Верде. Верде. Що ти там будеш їсти, ти знаєш? Щось добуду. Да. Ми... Главное, буду їсти. Я думаю, там много разных прикольных штучек. Мне нравится Верде тем, что там это бургер-бар, а бургеры это всегда классно. Я главное ключевое слово бар. Чего слово бар? Нет, на самом деле, может, не пьем. Мы не пьем, вот. Мы уже не курим, то правда, но пьем мы можем, у меня вас нахуй. Будем мы зараз кушать, и мы вам сейчас снимем с теплого, уютного Верде, бо на улице, мягко говоря, не очень сильно тепло. Ну что, вкусненько тебе, малышечка. Что нам принесли? Это, короче, у нас хот-дог криспи, кетчуп, шишечка. А ну попробуй гуси бургер. Ой, хот-дог. Давай. Ну шо, як? Нормально? Вкусненько. Советуешь? Мы пойдем потом в Франсуа. Вышли мы с Франсуа. Пили. Что мы купили? Какао с маршмеллоу. С маршмеллоу. Ушли, насрали там. Накрали сахара! Накрали сахара! Боже, мы набрали столько сахара, это капец. Стыдно, стыдно, ребят, признаться. Фейспалм просто. Но зато какао тепленькое. На улице ужасно холодно. Какао, нас греет любовь и какао, да, Влада? Да. Я поломала вот эту крышку, короче. Это у меня вторая крышка. Короче, куча сахара. И веселая история, да, от нас? Ну, на этом точно все. Да, на этом точно все. Мы вас очень сильно любим. Поздравьте нас, нам уже 13 лет вместе с этой вот барыгой. Капец. 13 лет. 13 лет прошло с того времени. Я купила 13 лет. Спасибо, Лотка. Наш любя. Ну да. Все, мы вас очень сильно любим, целуем. Все. Подписывайтесь на наш инстаграм и канал. Всем пока. Хорошего вечера. Давай, Лада. Задавай.